любой компрессор. Полный privacy. Итак, друзья, 718-332-8111. 332-8111. Знаменитейший ресторан «Распутин» готов в очередной раз удивить вас своим подходом к делу. 718-332-8111. Ну и я так понимаю, что пришло время рассказать о наших самых маленьких горожанах. Ёлки, ребята, 15 и 22 декабря в... пройдут ёлки в ресторане «Распутин». Программа приготовлена, знаете, такая вот именно по-богатому, как говорят. Именно роскошная новогодняя программа для детей. 15 и 22 декабря в 11 и в 2 часа дня. Мы неоднократно уже разыгрывали билеты на это действо, но я уверен, что они недорогие. Вы можете заказать их по телефону 718-332-8111. Марин, а будут ли выдавать подарки? Конечно, будет Дед Мороз, Снегурочка, будет шикарное балет-шоу от Леонида Фарбера. В этом году все новое. Будет очень хороший банкет от нашего шефа и для... То есть фоград для детей. И для мамы и папы сосиски, и chicken fingers, и french fries обязательно. Можно же будет меняться, ну, да, конечно, тарелка? Пожалуйста, никто не следит, на самом деле. Кто что любит, все могут все попробовать. И обязательно каждому ребенку подарок. Будут очень вкусные русские конфеты в красивом, как по-нашему, как было в нашем детстве, когда мы ходили мандаринки. На елки. Конечно, все, все как должно быть. Шоколадки, мандаринки, конфеты. То есть все продумано. Действительно будет интересно не только детям, также мамам и папам, также старшим детям в семье. То есть на все возраста, на все вкусы. Это действительно красивый праздник. И мы стараемся сделать так, чтобы всем было хорошо, и все могли себе позволить. У людей большие семьи. То есть абсолютно для всех. Можете приводить любого возраста. Итак, ребенка. Друзья, елки, елки в Распутине. 15 и 22 декабря в 11 и в 2 часа дня. Резервируйте места заранее. Распутин не резиновый. 718-332-8111. Марин, спасибо огромное, что заскочила к нам на огонек. И я уверен, что этот Новый год запомнится нашим горожанам надолго. И все это не без вашего участия. Ресторан «Распутин», друзья, 718-332-8111. Спасибо. Радио большого города.